Нет. Давай, давай, давай. Быстрее. Слава выиграла. Архи с Лортом. И энергозатратный матч. Василий, Василий. Илюха, что? Илюха, Илюха, какое там? Нет времени, сколько времени? У нас программа, Илюха, давай. Какая? Соберись, какая пошли, прошли. Какая программа? Все на регби. Быстрее, быстрее, Вась. Времени нет. Блин, вот, выходите уже. Эфир, эфир. А, давай, 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 чувак, быстрее уже. Я ну, погнал, давай, давай, мужик, увидимся, все. Давай. До встречи на все на регби. Вась. А? Вась, Вась, а? Вась, что? Вась, что? Просыпайся. Да, 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 мы серию проиграли, Илюх. Ну, какую серию? Со Славой. Ну, если еще ответный матч-то будет. А, точно. Все нормально. Слушай, а время? Нам на эфир пора? Вот на эфир действительно пора. Погнали. Погнали. Всем привет, друзья! Василий в стране регбиных чудес уже побывал, а теперь мы приглашаем в этот удивительный мир регби вас. Привет, с вами все на регби. Сегодня у нас юбилейный 20-й выпуск, и это точно не сон. Плей-офф чемпионата России в разгаре. Сегодня обсудим очень много крутых матчей с яркими гостями. Встречайте, друзья, спортивный директор Федерации регби России, человек, который комментирует регби даже во сне у Василия Артемьева, Сергей Марков, и человек, который легко может показать желтую карточку за неудобные вопросы, а они сегодня... Нет, их сегодня не будет. Друзья, один из лучших арбитров страны Артур Каптюх. Приветствую. Приветствую вас, друзья. Добрый день. Артур. Добрый день, да. И у меня, как по традиции, у нас, я увидел, что у вас заведено это дарить подарки. Есть такое. Как в одной программе. Только не в музей, а лично для Ильи. Поэтому, Илья, и что-то здесь, идет в музей. Да, здесь регбика судейская. Сезона 2019 года. После этого сезона я стал лучшим. Поэтому носи эту регбику и получишь, я думаю, Тэфи сразу. Спасибо большое, Артур. Теперь она всегда у меня под рубашкой будет на всех эфирах. Вась, могу дать попользоваться. Отлично. Ну что ж, друзья, давайте сразу перейдем к делу. Обсудим в первую очередь московское дерби. Только вчера оно прошло. Да. Сергей Марков комментировал. Сереж, твои впечатления после игры? Великолепная игра по накалу. Одна из лучших в этом чемпионате. Мы после каждой игры так с Хализовым говорим. Но так и есть. Каждый следующий лучше предыдущий. У меня вопрос только к команде был ЦСКА-1, наверное. Почему при счете 15-14 не бить поворотом по центру? Раз, два, три. Пытаться идти за очками. Но в итоге этих очков, как нам показалось, и не хватило команде. А в остальном Слава самоотверженно защищалась. Как показалось, немножко перегорела. ЦСКА, наоборот, я думаю, выдал даже выше максимума. Ну и все решится в ответном матче. Вот, Василий, ответьте на вопрос, который задал Сергей. Ну, я думаю, вот этот голод, который был у обеих команд после почти 5 или 6 месяцев голодовки, игр не было, хотелось сыграть, хотелось этого драйва. А поворотом бить? Какой там драйв? Вот. Но я поворотом не бью и решения эти не принимаю, поэтому воздержусь с ответом. Артур, твои мысли по матчу с точки зрения судейства? Может да, быть, сложный он, наверное, был. Да, матч был такой интересный, интересный с точки зрения судейства и в то же время непростой. Две команды, первое это дерби само по себе, московская, команды с запредельным настроем, плюс, как сказал уже Василий, команды давно не играли, изголодались по регби. И поэтому неслись на большой скорости, и судье в некоторых моментах приходилось, ну, слава богу, теперь есть у нас ТМО, обращаться несколько раз к видеорефери, и помним, был такой момент со стычкой на калаш, поэтому да. Этот игра была тяжелая. Мы обязательно обсудим. А сейчас давайте мнение участников послушаем. Наш шеф-редактор Андрей Симонов пообщался с героями матча ЦСКА «Слава», им и слово. Секрет в том, что мы, во-первых, много трудились, разбирали игроков, разбирали команду. Знаем, что она играет дома, знали, что будет поддерживать поддержка. Конечно, были у нас нюансы с составом. По ходу игры немного подкорректировали моменты. Я, в частности, ушел на край, вот, немного поменяли тактику. Я считаю, за счет характера сегодня победили. Да, мы пока не нашли свою игру, где-то мы ищем, чувствуем друг друга, ищем свои комбинации, свои домашние заготовки, но в целом я доволен игрой, мы выложились на 100%. Ну, вообще огненная концовочка получилась, согласитесь? Да, конечно. Ну, я думаю, что если бы мы немножко раньше переключились на задание, мы бы очень хорошо закончили этот матч. Но ничего, случается, случается. А на какое задание конкретно, скажите? Это секрет.
Леван Сабадзе секретов раскрывать не стал. Сергей, может быть, ты знаешь, какие были задачи у Славы? Я знаю только то, что Леван очень хороший мотиватор и всегда настраивает на битву. Иногда даже использует слово «война», то есть регби – это там, где нельзя ни на шаг отступать, как в любой другой битве. И, в принципе, вот этим он и мотивировал игроков. И в интервью после матча признался, что, может быть, даже где-то пережал. И игроки даже перенастроенными вышли. Ну и такой случай. Ну, к слову о войне, давайте самый посмотрим. Самый перенастрой, возможно, да? Я думаю, у нас тоже был у игроков ЦСКА настрой запредельный на эту встречу. Это московское дерби уже набирает обороты, да? Ну, это уже легендарная стычка в матче ЦСКА «Слава». Артур, как арбитр действует в таких моментах? Ну, в таких моментах, когда, если в самом начале не удалось где-то погасить пыл, то арбитр дальше просто отсматривает, дает выплеснуть, так сказать, эмоции, потому что если полезть в эту кучу, можно там, как говорится, и остаться, да, и поэтому отсматривает нарушения зачинщиков, самых активных, ну, а по итогу раздают санкции. Вот здесь я попытался эту, в общем-то, кучу предотвратить. Попался на пути Никиты Вавилина, но... Понял, говорит, что он, лучше не стоит. Он больше меня, поэтому очутился на земле и вмешался уже в самой концовке, пытаясь охладить пыл. Но Артур прав. Задача судьи дать немного времени соперникам выдохнуть. Вот, потом, да, наградить горчичниками зачинщиков в целом и дальше продолжать играть. Давайте силовую борьбу обсудим. Много ее очень было в этом матче. Сергей, как оценишь, очень много захватов было. Сейчас мы увидим нарезочку ярких моментов. Сегодня ЦСКА, да, выложил даже один из них в один из своих пабликов. Я хочу отметить, что было очень много жесткой борьбы, но она была на грани допустимого. У нас есть ряд команд и ряд игроков, которые иногда высоковато идут, там ставят запрещенные, например, там, шлагбаум, мы это называем, когда выше, да, прямой рукой выше линии шеи играют. Вчера тоже ЦСКА делал очень хорошие, жесткие, но по правилам захвата, и это как раз мы отмечали даже в трансляции. Но Слава отвечала тем же, и, может быть, и это привело как раз к этой потасовке позже, но грубости запредельной никакой не было, и это очень хорошо. Ну, смотрим, ну, нормально, посечка вниз. Ну, про Коди Бассона вообще можно говорить отдельно. Человек, который уникально работает, конечно, ногами, выпутывается из любого захвата, и под конец уже славяне втроем даже делали. Не двойной захват, а тройной этому человеку, и только он не мог никуда дальше пройти. Ну что ж, друзья, ответный матч 17 мая, это следующий понедельник, возможно, какие-то перестановки, но пока так, и, скорее всего, игра пройдет на стадионе Фили. Это тоже очень интересно, легендарная арена. Друзья, сейчас короткая пауза, после вернемся и уже будем говорить о Красноярске. Мы продолжаем. В регби все больше внимания уделяется здоровью и благополучию игроков. Именно поэтому были введены более жесткие санкции за грубую игру. Сейчас Артур нам расскажет про алгоритм, которого придерживаются судьи, когда выносят свои решения. Давайте начнем. Илюх, держи мяч. Давай. Да, сейчас мы разберем такое нарушение, как высокий захват и алгоритм принятия решений. Поехали. Высокий захват. Раз. За это надо удалять, я считаю. Как правильно было сказано, за это будет удаление. Потому что, если скорость большая, прямой контакт руки с шеей, и нет никаких смягчающих обстоятельств, это будет даже не просто удаление, а удаление до конца матча. Красная карточка. Другой вариант. Поехали. И... Это был тоже элемент высокого захвата. Здесь было главное смягчающее обстоятельство – то, что игрок, пойдя в захват, понял, что он нарушает правила, отпустил игрока, не доработав его. И здесь уже будет снижающий фактор и будет всего лишь желтая карточка. И третий вариант. Поехали. Захват и... Вот это здесь хитро было, был, да, момент, когда вроде бы изначально игрок пошел делать все правильно, сделал захват, но после у него рука поднялась и перешла в шею. Из-за этого никаких вариантов, как просто дать штрафной, нет. Надеюсь, это немного разъясняет эти обстоятельства, и зрителям будет намного легче понимать логику судей. Спасибо, Илья, спасибо, Артур. А мы, друзья, переходим к разговору о красноярском дерби. Два богатыря красноярского регби, Иннокентий Зыков и Кирилл Готовцев. Их противостояние вышло далеко за пределы регбийного поля, и сейчас вы поймете, о чем я говорю. Давайте смотреть. Для нашего состязания эти ребята выбраны не случайно. Еще до встречи на регбийном поле они не раз пересекались на борцовских коврах. Парни – базовые вольники. Но, увы, в этом виде спорта тогда у более молодого Кирилла шансов выиграть было немного. Три поражения
в трех встречах. Для первого испытания каждому участнику предоставлен пистолет, подвижная мишень и всего 10 патронов. Цель проста – набрать как можно больше очков. Поехали! Ну что, смотрим. Кирилл Готовцев отправил в цель 7 патронов из 10, один из которых выбил десятку. Результат довольно неплохой. А теперь взглянем, на что настрелял его соперник. 4 патрона, где все остальные? Пистолет бракованный, знаешь, сломался. Если честно, ожидал, что будет лучше. Но, как оказалось, что это не так уж и плохо. Когда пострелял Кеша, я понял, что я красавчик. Во втором испытании каждый участник должен приложить максимум умственных способностей и психологическую выдержку. Все-таки Кирилл Иннокентий представляет не только себя, но и свои клубы. Для победы в этом конкурсе необходимо выиграть 2 партии из 3. В итоге Кирилл был хладнокровен и безжалостен, выиграв 2 партии подряд. Я должен соперника выставить в самом ужасном в таком облике, что мне было нереально сложно. А, я знаю, в чем дело. Мы же на левом берегу. А команда-то левобережная. Вы сказали, они дома, можно сказать. Дома стены помогают. Итак, друзья, все мы прекрасно знаем, что в регби есть третий тайм. Это когда игроки соперничающих команд после матча садятся за один общий стол. Ну а сейчас мы, кстати, узнаем, кто из наших героев больше любит данную традицию. Только Кирилл поставил свое условие. Вместо кваса он будет пить протеин домашнего приготовления. А дабы не выливать напиток из стакана, небольшую конкуренцию парням навяжет съемочная группа «Все на регби». Раз. 2, 3. Фальстарт. Да мы выигрывать будем. Все. 3-2. Че ты здесь говоришь? Ну, Кирилл все равно победил. Третий танк, третий очка. Антон Соркин, Станислав Волков, Красноярск. Все на регби. Ну, после такой подготовки, я думаю, Кириллу будет очень легко адаптироваться в своем новом клубе. Это английский Глостер. Это еще один знаменательный переход нашего российского игрока в топовый европейский чемпионат. Давайте этот момент обсудим, потому что мы уже тенденцию наблюдаем. Да, Володя Подрезов переехал в Англию, следом за ним Кирилл Готовцев. А кто следующий? Такой мы риторический вопрос задаем, но можем на эту тему пофантазировать. Сереж. Ну, совершенно точно я могу сказать, что сразу после Кубка мира, помимо этих ребят, были предложения, и это не секрет, у Гаджиева и у Федотка, они не уехали. Гаджиеву сейчас сложнее, у него тяжелая травма, очередная, желаем ему выздоровления. Но Федотка, я думаю, нужно проявлять себя дальше в играх за клуб, и я уверен, что это еще не конец его надежд уехать. Но, безусловно, больший спрос на игроков схватки, все-таки это огромные ребята, и на постсоветском пространстве их найти, наверное, проще. А четвертные, они, наверное, есть свои, все-таки, скажем, в европейском чемпионате, и, может быть, отчасти не хуже. Хотя вот Василий, например, ведь он же четвертной, но он первый уехал и долго очень играл в Англии. Поэтому, я думаю, у каждого есть шанс, надо только очень хотеть и не бояться. И это как раз очень хороший пример в возрасте, в семье, родной Красноярск, которому он очень обязан. И я знаю, что тяжело давалось это решение Кириллу Готовцеву уехать. Он многим обязан, Сергею Ивановичу, Чупрову, клубу. Уехал? Молодец. Красавец. Кирилл, удачи, Кирилл, в Англии. Ждем. Кирилл, если ты смотришь нашу передачу, приходи к нам сюда в студию. Мы тебя приглашаем уже не первый раз, кстати. Так что ждем обязательно. Давайте о красноярском дерби теперь говорить. Вот результаты двух матчей на наших экранах. Енисей стоим в финале. Да, Артур, противостояние, серьезное противостояние в первом матче, да, и во втором матче уже легче было Енисею все-таки одержать эту победу. Какие твои мысли по ходу двух поединков? Да, по результату мы видим, что первый матч дался очень тяжело, но в принципе, если смотреть, то первые игры, первое дерби сезона изредка получается легким для какой-нибудь из команд. Все равно это борьба, это запредельный настрой, потому что сам титул этого противостояния «Красноярское дерби», он немножко давит на команды. И Василию, как не Василию-то это не знать, да? Безусловно. А во втором матче уже более раскрепощенно была, я так понимаю,
команда «Енисей», плюс у команды «Енисей» было преимущество в том, что они до этого сыграли два официальных матча, то есть это уже был четвертым у них уже официальным, а у «Яры» только вторым, и поэтому, да, удалось исправить ошибки, которые были в первом матче с «Яры». Да, сейчас слово Антону Соркину снова, и послушаем участников красноярского дерби. Игра между двумя командами – это всегда дерби, это всегда отличная игра. Мы были слабее в этом дерби, поэтому сделаем выводы и будем бороться теперь за третье место. Если честно, очень много сил потратили и еще больше эмоций, потому что с «Красным Яром» это всегда отдельные матчи. Это для нас как финал Кубка мира, потому что всегда в Красноярске может быть только одна сильнейшая команда, правильно? И в этом году это мы. И для нас большая честь представить Красноярск и Красноярский край в финале чемпионата России по регби. Сереж, ты эту игру комментировал вместе с Антоном Хализовым, и очень много говорится о том, что система ТМО здорово отработала в вчерашнем матче, по крайней мере. Ты с этим можешь согласиться? Да и не только во вчерашнем. Это большая помощь российским судьям, и я уверен, мы даже немножко опережаем время, но я имею в виду российское время, потому что, если вы обратили внимание, Василий знает, ну, в мире снимают с 15-20 камер. Там, конечно же, ТМО работает гораздо удобнее. У нас 3-4-5 иногда камер, ну, иногда, конечно, больше. И тем не менее, и операторы, это комплимент. Прям открытый комплимент Матч ТВ. Операторы работают так, что вот Павел Александрович Березин умудряется видеть даже с трех камер больше, чем некоторые из 20. Прекрасно. Другое дело, правда, я вот ремарку сделаю, что считают некоторые, что судьи теперь излишне снимают вся ответственность и перестраховываются. Но вот мы узнаем мнение судей. Но сейчас это тоже начало работать. Какой алгоритм есть, во-первых, когда главный судья, главный арбитр передает, вот, просит помощи? Да, но надо начать с того, что судья не в любой момент может брать систему видеоповторов, да, и обращаться к видеорефери. Только по двум эпизодам. Это первый. Это на попытку, когда идет атака, и была попытка или нет. И второй момент – это грубая игра. Да, и тоже судья обращается к видеорефери не просто там Павел или там какие ваши мысли, Валерий, да, скажите, что там было, да, а он четко, если попытка, то судья первое. Если судья не видел приземления, он спрашивает, было ли приземление или была ли попытка, да или нет. И тогда уже видеорефери просматривает четко приземление, было, не было. Второй момент, если судья видел, что была попытка, но при этом он сомневается в том, что она была занесена легально, он обращается к судье и спрашивает такой вопрос: есть ли у меня причины не засчитать эту попытку? И тогда уже видеорефери не смотрит приземление, он смотрит нарушение. То есть либо игра вперед, либо пас вперед, либо какое-то там, может, нарушение в раке. Да, это интересно. Спасибо, Артур. Друзья, спасибо, что пришли. Сергей Марков, Артур Коптюх. А сейчас еще одна короткая пауза у нас. И мы вернемся с еще одним очень ярким, крутым, авторитетным гостем. И мы обсудим предстоящий финал, в том числе, в который вышел Енисей. И команда, о которой подробно поговорим также через несколько минут. Все на регби, мы продолжаем. Василий Артемьев, Илья Юдин, мы по-прежнему здесь. И с нами Вячеслав Владимирович Шалунов, главный тренер регбийного клуба «Металлург» Новокузнецк. Вячеслав Владимирович, здравствуйте, спасибо, что вы к нам приехали. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Да, мы всегда рады. Ну что ж, вы не с пустыми руками. По традиции, я тут видел, вручают подарки. Я тоже хочу вам вручить. Это шарф «Металлурга», причем это шарф из самой первой коллекции, когда только-только клуб организовался. Здесь очень медведь смотрит в другую сторону, чем сейчас. Поэтому это раритетная вещь. Ух ты, круто. Спасибо большое. Настоящий олдскул. Спасибо. Вот это точно в музее все на коллекция регби. Полнится, да, Илья? Ну а с Вячеславом Владимировичем мы начнем сразу с разговора. Очень впечатляющее, и даже, наверное, очень-очень впечатляющее очень выступление и очень, да. «Металлурга» в последних играх. Давайте поговорим о прошедших играх против «Локомотива», да? Да, вот результаты мы видим. Результаты на экране. Ваше впечатление, Вячеслав Владимирович? На результаты я не хочу смотреть. Понятно. Впечатление у меня...
однозначно двоякие. То есть, если сегодня все рассматривают профессиональные игры, любые профессиональные игры, это как математика, выигрывает обычно статистика, когда ты больше делаешь каких-то действий, то ты должен выиграть, то как раз в этих матчах показывает о том, что регби, наверное, уникальный вид спорта, можно выиграть по статистике, но проиграть две игры. Я думаю, что в любом случае на третью игру мы наиграли, и должны были хотя бы в третью игру сыграть, уже разобраться с Локомотивом, кто будет сильнее. Но, к сожалению, буквально один компонент, который мешает выиграть тебе в матчах, в которых ты имеешь достаточно весомое преимущество. О каком компоненте? Я говорю об игре ногой. То есть, если в первом матче наши молодые полузащитники, и в том числе наш легионер Марло Вайш, ногу мы не проиграли Локомотиву, то во втором тайме, к сожалению, во втором матче у нас Марло был травмирован, он не использовал этот компонент игры, а наш полузащитник Никита Пронин, ну, буквально там в начале матча получил повреждение, и мы практически на весь матч остались без ноги. То есть по попыткам мы сыграли в ничью, 3-3 занесли как Локомотив, так и мы, но, к сожалению, что удары по воротам, что удары в аут, что вы видели, две ошибки были в начальных ударах, они очень демотивирующе действуют всегда на команду. Мы проиграли именно в этом компоненте. Ну и по дисциплине вы переиграли соперника, да? Количество штрафных было в вашу пользу, намного меньше, чем у соперника. Да, мы много работали над этим компонентом, то есть дисциплину мы усилили по сравнению с прошлым годом очень сильно. Мы по дисциплине мы обошли и Монина в предварительной части, по дисциплине мы обошли и Локомотив. Забрали очень много чужих мячей, заработав порядка 6 штрафных только в последнем матче именно на этом компоненте. Но, к сожалению, наверное, я бы сказал, было лучше, мы, наверное, получили в 2 раза больше штрафных, но выиграли эту серию. Да, «Металлург» действительно был очень хорош в этом полуфинале, но в финал вышел пензенский «Локомотив», который сыграет с «Енисеем СТМ». И давайте сейчас и послушаем мнение героев и игроков команды «Локомотив Пенза». Сань, поздравляем тебя, короткий вообще экспресс-комментарий по этой... Что у нас, нам удалось победить, это заслуга всей команды, всего тренерского штаба. И мы очень рады, что получилось это все за 2 игры сделать. Очень тяжелая была подготовка. И впереди финальный матч, и чем ближе это, тем хочется побороться за золото. Красноярск возьмете? Конечно, будем, отдадим все силы. Это мы обещаем, что отдадим все силы. Ну, Кузнец, конечно, невероятную игру показал тоже. До конца не было понятно, как все это закончится. У нас всегда в Пензе болельщики нас поддерживают. Сегодня, может быть, 9 мая, и еще немного народу, скажем так, было. Думаю, на финале будет народу больше. Герман, родом из Новокузнецка, но победили по факту родную команду сегодня. На данный момент «Локомотив» для меня родная команда. Я здесь уже 2-й сезон нахожусь и рад играть за нее. Прокомментируйте. Кузнецк – это очень характерная команда, и нам в первую очередь помогла эта командная игра. То, что мы играли не каждый сам за себя, а на команду, на общий результат. И благодаря этому мы победили. Как взять Красноярск? Ну, об этом нам через некоторое время расскажет наш главный тренер. И мы обязательно возьмем. Чувства самые прекрасные. Мы стремились попасть в финал, и мы сделали это. Не только для себя, но для всей Пензы. Теперь парни в предвкушении финала. Вперед, Пенза! Смотрите все на регби. Классные кадры из Пензы. Вячеслав Владимирович, красивое, комфортное место, чтобы играть в регби в Пензе. И мы очень надеемся, что в Новокузнецке будет не лучше, не хуже, прошу прощения, стадион. Скажите, пожалуйста, как дела, кстати, обстоят? В каком этапе? Дела находятся в рабочем состоянии, все движется в правильном направлении. Благодаря, наверное, нашей целой команде руководителей, это как заместители губернатора, это как министр спорта области, глава нашего города и президент клуба Пронин Владимир Егорович провели огромный объем работы. И стадион будет красавец, будет 2 поля, 1 тренировочное, 1 игровое, будет большая красивая трибуна. Я думаю, что он будет не хуже, а может быть даже и красивее, чем в Пензе. Да, это здорово, и мы будем ждать, что совсем скоро мы приедем, наши телекоманды, и сделаем там отличную трансляцию. Снова уже стадион на Новокузнецке. Давайте моменты игры обсудим, «Металлурга» и «Локомотива».
Да, давайте обсудим. Был ряд моментов. Была вот эта попытка, да, которую засчитали судьи. Но до сих пор есть сомнения, что было приземление в том моменте. Но в целом, на мой взгляд, игра была очень равная. Даже если Новокузнецк имел преимущество в силовой борьбе, да, в молах и в схватках, да, и даже в раках, то Пенза, наверное, чуть лучше играла широкую свою игру. Они это использовали весь сезон, и я думаю, что они могли бы сыграть еще лучше. У нас есть, кажется, кадры, да, вот этих моментов. Mm-hmm. Возможно, мы их сейчас покажем. Да, мы попросим показать, если есть у нас возможность. Вячеслав Владимирович, для себя выделите какие-то ключевые эпизоды общего противостояния в целом и второго матча в частности. Наверное, ключевой эпизод был от начала матча, то есть оно было за нами, мы провели очень динамично 5 минут. А вот мы видим эпизод, как раз о котором шла речь. Да, Вячеслав Владимирович, можете прокомментировать. Неплохо так контратаковала Пенза. Да, Вячеслав Владимирович, что видите на этой картинке? Как могла бы действовать ваша команда и как действовала Пенза? Ну, могу сказать одно, что в принципе мы готовились именно к этой же игре. Мы понимали, что нужно закрыть ширину, и наши игроки старались выдерживать достаточно широкие интервалы. Здесь, к сожалению, в этой атаке получился сразу мощный прорыв, и игроки просто не успели занять позицию и как раз выдержать именно эти интервалы. Очень быстрый рак был, да, тяжело было перестроиться. Благодаря этому быстрому раку создалось. И благодаря этому на краях получали свободные зоны. Вот, смотрите, уже интервалы совершенно другие. Но здесь открыли спину, да, здесь именно решение было хорошее, само исполнение, наверное, Сережа подвело. Сережа Яничкин очень плоско вышел вперед. Посмотрите, защита здесь сыграла просто отлично. Я сыграл, безусловно. Я горжусь, они молодцы, ребята. И Янушкин-то, наверное, принял верное решение. Да. Он если бы дал передачу, попали бы под двойной захват. 100%. Вячеслав Владимирович, а теперь ждет вас битва с Красным Яром за бронзовые медали. Несколько слов об этом. Красный Яр для нас вообще такой специфический достаточно соперник. В прошлом сезоне мы сыграли в ничью, причем все нас поздравляли с этой ничьей, а мы смотрели на всех и говорили: вы с чем поздравляете, мы упустили победу, вы что, мы играли лучше, мы должны были победить. И там действительно было такое состояние, что у тебя забрали какую-то лакомую конфетку. Я думаю, мы это помним отлично, поэтому это будет дополнительной мотивацией в предстоящем противостоянии. Да, это будет круто. Металлург Красный Яр, матч за бронзу, финал Локомотив Пенза против Енисея СТМ. Вот столько яркого и классного регби нас ждет впереди. Вячеслав Шалунов, главный тренер Новокузнецкого Металлурга, был у нас в гостях. Василий Артемьев, Илья Юдин. Это все на регби. Друзья, увидимся через 2 недели. Счастливо. Играйте в регби, смотрите регби. До встречи. До свидания.